Привет всем подписчикам канала Trail Running School. Сегодня мы подготовили для вас очередной комплекс упражнений. Данный комплекс упражнений будет направлен на мышцы-стабилизаторы. Когда вы бегаете по горам, на эти мышцы ложится огромная нагрузка. Если ваши мышцы не готовы, вы просто не сможете экономично и достаточно эффективно бежать по горам. Для того, чтобы тренировать эти мышцы, старайтесь выбирать более неровные, нестабильные участки для тренировок. Даже если вы живете на равнинной местности, старайтесь находить участки с корнями, камнями. Или когда, например, грязно или снег, бегать по такому грунту. Это поможет подготовить ваши мышцы. Ну и, конечно же, делайте комплексы упражнений. Сегодня один из таких комплексов мы вам и покажем.